Всем привет, ребята, с вами я, Николай. Сегодня я снимаю для вас видео 50 фактов обо мне. Поехали! Мне 14 лет. Я живу в Украине. Когда мне было 5 лет и 5 месяцев, на свет появилась моя сестричка Анюта. Я сладкоежка. За свои 9 лет учебы я сменила всего лишь 2 школы. Моя мечта – прыгнуть с парашюта. Занимаюсь танцами более 7 лет. Я верю в мистику, не умею плавать. С рождения кудрявые волосы, я их не накручиваю, у меня такие с рождения. Меня часто спрашивают, накручиваю ли я свои волосы. Нет, волосы я не накручиваю, у меня на такие с рождения, и я их наоборот управляю, чтобы они мне были ровные. Ну а потом, после мытья своей головы, она опять делает такие, как сейчас. Могу часам сидеть в интернете. Обожаю читать. Мое любимое время года – это лето. Второй раз создала YouTube-канал. Первым приготовленным мной блюдо – это было жареные пельмени. Я боюсь выносить мусор. Я боюсь, что когда я буду на лестничной площадке, кто-то снаружи захлопнет дверь снаружи. Особенно, когда я одна дома. Я вообще не смотрю телевизор. Вообще. Я не жадная, но если вы хотите, чтобы я поделилась с вами едой, раз хотите, мне нужно, чтобы я делилась с вами едой. Нет? Я недоверчивая, но в гороскопы верю всем сердцем. Читаю их каждый день. И если вдруг посреди дороги и куча людей идут в одну сторону, я вспомню, что я не прочла, прочла на сегодня мой гороскоп. Я остановлюсь и обязательно маю прочитать, что же мне сегодня приготовили звезды. Я никогда не обижаюсь, я не понимаю смысл в обиде. Но если ты не поставила под этим видео лайк, я обижусь. Вот так. Я абсолютно уверена, что все, что случается, все делается к лучшему. Я сама снимаю, сама монтирую видео и сценарий пишу также я сама. Я ни разу не курила, и я этим очень горжусь. Я всегда уступаю место беременным и пожилым людям. Хочу побывать в Америке и сходить на концерт Арианы Гранде. У меня есть куча идей для видео, но моя плохая черта в том, что мне лень их реализовывать. У меня хорошая память. Я очень люблю Инстаграм, но делать селфи я не люблю. Но все равно подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что там я выкладываю фоточки какие-то там. Я люблю, когда у меня все идеально. Например, если я сняла для вас видео, должно быть идеальным, а если нет, я его не выложу. Я люблю актрису Арианы Гранде. Я всегда опаздываю. Я недавно полюбила шоу, реалити-шоу, и советую вам посмотреть его также. Мне очень нравится путешествовать. Я обожаю торт Наполеон. Я не люблю носить одну и ту же самую кофту. Даже если я была вчера в этой же кофте, я сегодня кофту эту не одену. Но мне будет некомфортно чувствовать себя в той самой кофте. Хотя, мне кажется, всем все равно будет, что я была вчера в той же кофте. Мой любимый иностранный видеоблогер — это Софи Мишель и Джейден Бартелс. Я очень боюсь, когда мне страшно. Что-то тот Виколайф. Вот так. Первое видео на YouTube я загрузила 5 лет назад. И оно было очень странное. Блюда, которые я ненавижу, это мидии. Но блюда, которые я просто обожаю, это паста. Я обожаю снимать видео, это мое хобби, так можно сказать. Безумно люблю путешествовать. Мечтаю побывать во всех странах страны. Во всех странах мира. Ужасная Соня. Очень люблю поспать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!